Добрий вечір, шановна громада, добрий вечір, шановні гості, експерти, усі, хто зібрався, як завжди, по четвергах у студії телеканалу «Миколаїв» на програмі «Контраргумент», де ми, як завжди, обговорюємо найважливіші, найактуальніші питання нашого життя. І, звичайно, що напередодні Дня Незалежності України не може бути більш важливої теми, чим тема Дня Незалежності. Усі ми пам'ятаємо, що 24 серпня 91-го року був проголошений, Україна проголосила незалежність, а 1 грудня 91-го року на всенародним голосуванням це як був затверджений вже, так би мовити, офіційно. І таким чином ми вже понад 20 років є незалежними, втім тільки з початком подій у Криму, а потім у Донбасі, багато хто з нас, мабуть, навіть більшість з нас, справді зрозуміла, що таке справжня незалежність України і чого вона варта для нас, і чого кожен з нас вартий для України. Зараз саме час представити наших гостей. Це зробить гостей, наших експертів, наших журналістів. Це зробить моя співведуча Наталя. Отже, доброго вечора, наші телеглядачі і всім присутнім в нашій студії. З Днем Незалежності вітаю вас, по-перше. І, по-друге, хочу перейти до представлення наших сьогоднішніх гостей студії. Отже, традиційно ми підготували про них і портрети візитівки, які теж вам покажемо. Михайло Соколов, голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Вітаємо вас. Михайлові Соколову 47 років. Уродженець Дніпропетровська. Навчався в тамтешньому університеті на фізико-технічному факультеті. Отримавши вищу освіту, 6 років працював на Південь Маші. З 1997-го в комерційних структурах. Політичну кар'єру розпочав з 2002 року. Був депутатом Дніпропетровської міської ради двох скликань. 2007 року став депутатом Верховної ради, фракція БЮТ. Керувати Миколаївською обласною організацією Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Михайлові Соколову непросто. М'яко кажучи, його підтримка в лавах однопартійців не одностайна. Юрій Діденко, голова Миколаївської обласної організації Народного руху України. Вітаємо вас в нашому ефірі. І далі візитівка про вас. Народився на Вінниччині 56 років тому. Служив в армії. Вищу освіту одержав в Одеському університеті імені Мечникова. З 1981 року працює електромонтажником, згодом інженером у Харкові, потім Южноукраїнську. З 1990 по 1993 директор малого підприємства «Оранта». Наприкінці 1980-х років був ініціатором створення і активістом екологічних, а згодом і політичних організацій на Миколаївщині. З 1989-го Юрій Діденко – член Народного руху України. 1992 року очолив його Миколаївську обласну організацію. Від 1993 року є беззмінним редактором тижневика «Український південь». В'ячеслав Сімченко, голова Миколаївської міської організації «Блок Петра Порошенка. Солідарність». Вітаємо вас в нашому ефірі. Про вас ми теж підготували портрет. Далі він. «45-річний уродженець Одеси закінчив університет імені Мечникова за спеціальністю «Прикладна математика». З 2000 року займається комерцією. Став широко відомий у Миколаєві лише минулого року, завдяки діяльності його підприємства «Миколаївський тепловозоремонтний завод». І, в першу чергу, завдяки допомозі військовим, завод активно ремонтує та модернізує бойові машини. Першим, але невдалим досвідом участі у великій політиці для В'ячеслава Сімченка стала спроба висування кандидатом в народні депутати України восени 2014-го. Центральна виборча комісія, схоже, просто не бажала реєструвати його кандидатом. Очолюючи Миколаївський міський осередок «Солідарності», ймовірно, спробує почати кар'єру на рівні міської ради. Ну і далі настав час для представлення наших експертів та журналістів. Ярослав Захаренко, член бюро обласного осередку політичної партії «Демальянс». Вітаємо вас в нашій студії. Максим Нівєнчений, голова комітет «Народний контроль». Доброго вечора й вам. Олег Мудрак, депутат Миколаївської міської ради, теж гість нашої студії сьогодні. Вітаємо вас. І ще один гість – Олександр Ухмановський, політтехнолог. Вам теж доброго вечора.
Також Сергій Гаврилов, історик і письменник в нашій студії сьогодні. Олександр Пранкевич, директор Інституту філології Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Вітаю вас. І ще один гість – Ігор Пох, журналіст, публіцист, традиційно вже у цій студії. Доброго вечора. Отже, як бачите, як завжди, власне, наші експерти, наші гості є просто взірцями компетентності у тій темі, яку ми зараз сьогодні обговоритимо. І це гарантує, що розмова буде дуже цікавою, дуже різнобічною, різноманітною. І, як я вже казав, дуже компетентною, адже люди, які тут присутні, вони справді безпосередньо причетні до того, про що ми говоримо. Втім, звичайно, що до Дня Незалежності причетен кожен українець. І зараз я хотів би, як вже традиційно, дати по хвилині кожному з вас, щоб ви сказали, що саме для вас є День Незалежності і саме зараз, чим є цей День Незалежності для вас. Будь ласка, Михайло Дерев. Бісмарк сказав о тому, що... Российская империя закончится тогда, когда Украина отсоединится от России. И вот эти жилы между нами рвутся, хотя к нашему стыду, например, Николаевский глиноземный завод до сих пор приносит миллиарды доходов российским акционерам, а не Николаевской и украинской земле. И это тоже, как говорится, остатки Советского Союза и кооперации. Но я считаю, что за 24 года Украина состоялась как государство. Украина получала уникальный шанс, и мы, украинский народ, доказали, что те лица, которых мы избираем, но недостаточно достойны этих высоких посад и недостаточно достойны того, чтобы вести нас к процветанию, они сегодня убираются один за одним. И я не хочу перечислять фамилии всех президентов, но все они как-то закончили печально, бесславно, к чему и сегодняшний президент, мне кажется, уже начал свой путь. Одно то, что мы доказали свою гражданскость и свою независимость волонтерством, революциями. Прогремели страшные выстрелы, которые унесли жизни небесной сотни. Это дорогая цена. И те трагедии социальные, которые в Луганске и Донецке произошли, они тоже подтверждают слова Бисмарка о том, что не хочет Россия отпускать. Они все равно расценивают нас как элемент своей империи. Но мы 24 года уже независимы. Я уверен, 25-ю годовщину тоже через год отпразднуем независимости. И вектор на то, что у нас нет дороги назад, он заложен давно и подтвержден сейчас. На юго-восточных регионах и русскоязычным в том числе населением, которое хочет оставаться в составе целостной единой Украины, идентифицируют себя как украинские граждане и патриоты. Я считаю, что это подтверждение, как говорится, государственности вот с большой точки зрения, с большого взора на это. Дякую, Михайло Владимирович. Будь ласка, Юрій Володимирович. Я б хотів би тут, мабуть, сказати, що це свято всіх українців, які багато століть мріяли про Україну і, власне, здобули 24 серпня 91 року. Я як безпосередній учасник 24 серпня 91 року, коли був прийнятий о 18 без кількох хвилин акт про державну незалежність, то ми, активісти народного руху, в Южноукраїнську взяли державний прапор і пройшлися, я в Южноукраїнську тоді був міським головою, ми пройшлися по місту. На жаль, та подія не стала зламом в історії України, і вона ще довгий час такою залишалася. І тому, власне, наслідки, які ми сьогодні переживаємо, то, власне, із тих днів. Тому що Україна не зробила всі необхідні кроки, які треба було зробити державотворчі, щоб дійсно позбавитися російської залежності, енергетичної залежності. То не було зроблено. І довгий час, власне, Україна, як держава для чиновників, які залишалися у владі, вона була, як от вони очікували, коли вже воно от завершиться. Я хотів би тут наголосити, що, наприклад, на 5 років незалежності, ну, я вже не кажу, що на перший, другий, третій рік, окрім мене, в Київ, на свято незалежності, ніхто не виїздив. І навіть на 5 років ніхто навіть поруків не робив, що в Миколаєві є якісь ознаки незалежності. Тому я думаю, що 24 серпня – це День Незалежності для справжніх патріотів. І сьогодні, коли ми проходимо випробування війною на Донбасі, окупацією Криму,
Я думаю, тих патріотів з кожним днем стається більше і більше. І я думаю, ті жертви, які сьогодні несе Україна, вони нашу незалежність роблять ще ціннішою. Вячеслав Вікторович, будь ласка. Ну, я думаю так. 24 роки назад ми отримали формально політичну незалежність. И только вот сейчас идет, мы закрепляем ее. То есть за эти годы мы все осознали себя по-настоящему гражданами Украины. Мы себя осознали, что мы не просто там, как пытаются подать в России, да, там младший брат, еще что-то. И именно поэтому, что называется, кровью сегодня отстаивается наша реальная независимость, политическая независимость. Но после этого будет еще один шаг, я думаю, это вот финальный этап независимости, без которой и она не будет полноценна. Это все-таки надо добиться, в первую очередь, экономической независимости, потому что независимое государство только тогда, когда... Независимые граждане. Независимый гражданин – это богатый гражданин. Потому что если человек имеет достойную работу, достойную оплату, если у него нормальный уровень жизни, только тогда он чувствует себя свободным. Если человек находится, скажем, ниже черты определенного уровня, он не может себя ощущать свободным. Он все равно будет подвержен различным вбросам. То есть, ну, так немножко утрировано, но голодного человека им всегда легче управлять. Так вот, вот тогда, когда наше государство станет государством богатых людей, вот именно тогда можно будет говорить о уже полном завершенном цикле независимости. Дякую, панове. И не секрет, что наша программа завжди є певним таким експромтом. Тобто ми не пишемо якихось таких суворих сценаріїв, ми не домовляємося про те, хто що буде казати. І тому наші сюжети дуже часто з'являються як підтвердження певних слів когось із наших гостей. Отже, я хотів би просто проілюструвати слова Вячеслава Валентиновича сюжетом про те, як відбувалася екскурсія на його тепловозремонтний завод. Я казав на початку, що тут зібралися люди, які своїми справами, якимось своїм життям довели свою компетентність у цьому питанні. І тому, коли Вячеслав Сімченко каже про те, що справді незалежний громадянин – це багатий громадянин, це громадянин, який має віру, має впевненість у своєму завтрашньому дні, то він знає, про що каже. Чому це для мене особливо важливо? Тут буде у нас сюжет не тільки про Вячеслава Сімченка. Тому що дуже багато років ми казали, ну що тут робити, все вже вкрадено, нічого немає, що можна робити, тільки продавати та щось там привозити, купувати, перепродавати, тільки у нас сфера послуг ще якось там животіє, а яке ж у нас може бути виробництво, коли все вирізали та вивезли. Ось виявляється не все. Будь ласка, сюжет про екскурсію безробітних на тепловозремонтний завод Вячеслава Сімченка, будь ласка. Демобілізований боєць 79-ї аеромобільної бригади Роман Бойко також прийшов подивитися, як працює Миколаївський тепловозоремонтний завод. Дуже впечатлило, я не представляв, що таке мощі, думав, що у нас все вже давно в нищеті і не працює. Оказується, завод добре функціонує, тільки що бачили з виду новий тепловоз, а він на самом деле відремонтований. Тобто, большие впечатления от завода. Екскурсію для зацікавлених миколаївців влаштував Ленінський центр зайнятості, щоб привернути увагу тих, хто бажає працевлаштуватись, та допомогти їм у складному пошуці робочого місця. Ну, в таке складне час, яке зараз в Україні, де сокращаються робочі місця по всій Україні, в місті Миколаєві, дуже приємно, що є ось такі підприємства, які працюють, не тільки працюють, а створюють нові робочі місця. И мало того, еще занимаются волонтерством в наше это сложное время, мы решили провести здесь экскурсию. Конечно, мы смежные районы, мы не с этого района, Ленинский район, но очень приятно, что руководство идет нам навстречу, с нами встречается, проводит экскурсии, дают рабочие места.
За словами директора заводу, такі екскурсії вони проводять не вперше. Проте завжди раді приймати на підприємстві гостей. Можна це назвати так називаємий промисловий туризм своєго роду. Ну і при цьому сподіваємося, що, можливо, кого-то заінтересує. У нас сьогодні є відкриті вакансії на ряд людей. І, можливо, хтось із сьогоднішніх посетителей окажеться нашим майбутнім працівником. У кожного екскурсанта була своя мета участі у екскурсії підприємством. Сюди я прийшов просто пожати руку директору, подивитися на нього і поближче познайомитися. Навіть якщо хтось із запрошених не зголоситься йти на завод працювати, враження від екскурсії запам'ятаються їм надовго. Отже, мені здається, це дуже переконливе свідчення того, що В'ячеслав Сімченко так і знає, про що каже. Наші експерти, будь ласка. У мене вопрос ко всім гостям, як політикам в першу чергу. Скажіть, будь ласка, от якщо сравнювати 91-й рік і 2015-й, наша незалежність, вона стала більше, або все-таки ми якось стали ще в більшій залежності від внешніх факторів? Це перший вопрос. І найголовніше, для чого ми стремимося до незалежності такою ціною, коли ми страдаємо, втрачаємо, розрушаємо. И вот правильный ли путь выбирает наше политическое руководство страны и политические партии, если мы видим, что сегодня, вот как на мой взгляд, наша зависимость от внешних сил несоизмеримо больше, нежели на 91 год. Спасибо. Ко всем. Я могу ответить. Так, будь ласка, Михаил Ильич. Ну, я бы разделил на два аспекта, социальный и экономический. Конечно же, социальная защищенность в период распада Советского Союза и после распада, она была выше, чем сейчас. Потому что действительно, ну, социальные стандарты мы поднимаем, но выполнить их не в состоянии. Вот это, мне кажется, большая беда. И это то, чем пока мы не можем гордиться. Что касается независимости как таковой, и больше она или меньше, конечно, больше. Мы на сегодняшний день добываем газа ровно столько, сколько потребляем, и это увеличена добыча за последние 20 лет значительно. В Полтаве газ добыча, Харьков, Закарпатье и так далее, и так далее. Сколько необходимо на обогрев всех наших жилых домов, там частных, многоквартирных и так далее. Сегодня у нас экспортно-импортный баланс с Россией не 90%, как было в 91 году, а, наверное, может быть, там меньше 50 уже. И это значит, мы идем на внешние рынки. Поэтому я уверен, что мы еще всю цену за независимость заплатить не успели. И те ребята, которые сегодня поступают в госпитали наших городов с передовых, это, к сожалению, тоже та страшная цена за независимость. Но она того стоит. И посмотрите, например, на страны Прибалтии, посмотрите на те страны, которые были в постсоциалистическом лагере. Это Германия Восточная, это Румыния, Чехия и Словакия, Польша. Сегодня пенсии в этих странах начинаются с 500 евро. А у нас, к сожалению, за пенсией после постановлений некоторых действующего правительства даже сложно будет свести концы с концами в зимний период и так далее. Да, это цена, но это путь, который прошли социалистические страны быстрее нас. И я уверен, что это положительный пример для нас. Но даже та же Грузия. Жизнь падает. Смотрите, и зависимость от вот война сегодня, и в основном Украина полагается и на поддержку из-за рубежа, Евросоюза, Америки. И это не является ли зависимостью от... Хочу я вам сказать, Максим, смотрите, вы если анализировать геополитическую экономику, то самая зависимая страна от внешних заимствований, знаете какая? Япония. Это страна, в которой идеальный общественный транспорт, в которой развита инфраструктура, которая не имела эмиграции после того, когда страшная трагедия с атомной станцией произошла. Они все взялись и восстановили максимально свою среду и продолжили там жить. Но у них самый большой баланс внешних заимствований. В мире так принято, это нормально. Поэтому я уверен, что да, какая-то экономическая зависимость от капиталистических стран,
которая углубляет интеграцию взаимную. Это один из путей, по которому мы идем. Но мы недаром зашли в интеграцию с Евросоюзом, например. Абсолютной независимости, ее нет априори. Можно сказать о том, что Китай достаточно зависим экономически, потому что все предприятия, которые там есть, это по сути капитал европейских фирм, американских, ну, транснациональных корпораций. Поэтому, с одной стороны, мы восхищаемся сегодня мощью Китая, с другой стороны, если вот так рассуждать, то кажется, что он вполне зависим. Эту же риторику можно применить, собственно говоря, и к США, там, где невероятнейших размеров внешний долг, но тем не менее они особо по этому поводу не беспокоятся, и на уровне граждан это никак не отражается. Скорее наоборот. Правильно, все-таки уровень жизни высок, и действительно они по-настоящему независимы, потому что они богаты. Если сравнивать, опять же, с 91-м годом, тот путь, который тогда прошли, добавлю, Михаила, та же там Чехия, Польша, Прибалтика, то есть мы только сегодня встали на тот путь, который они прошли тогда в 90-м. В силу того, что, повторюсь, в 91-м году мы получили формальную независимость, но вот кроме, собственно говоря, атрибутики, ничего не поменялось. То есть мы, ну, страна, она не жила независимо. Все равно это было один, как бы одно поле, одно пространство, и по большому счету до недавних пор особо мы разницы многие и не чувствовали, и не понимали. А сейчас начался подъем. Что такое, почему произошло так, дальше, чтобы, может, да, каждый всегда понимает на более понятных для него, когда, что касается себя родного, тогда каждый понимает, да. Вот есть поле, огород, было там какое-то поле общее, там вместе его обрабатывали, потом один прекрасный момент, сказали, вот там, это твое, это мое, и каждый сам себе обрабатывал. И тут один из соседей начинает, говорит, да не, у тебя и урожай лучше. Вот, у тебя, смотрю, техника появилась какая-то интересная, импортная. Давай-ка я у тебя отрежу кусочек, раз, отрежу кусочек, два. Вот это, по сути, и происходит, потому что, действительно, по многим параметрам мы стали лучше развиваться, чем Россия. И ощущение того, что Россия может потерять влияние на Украину, к этому оно и привело. И что? Отдавать это все? Так, подожди, давайте, давайте все-таки. Да, давайте, давайте, сейчас, секундочку, давай, давайте наши гости выскажутся, потому что у каждого есть что добавить к этому. Да. Поэтому вариантов другого нет, только отстаивать свою независимость. Спасибо, пане Юрію, будь ласка, бо вам тут не дають. Тут, власне, як безпосередній учасник від 91-го і до сьогоднішнього дня, то те, що сьогодні ми робимо, треба було зробити в 91-му році. Народ був абсолютно готовий, починаючи від мови, завершуючи економікою. Всі були морально готові. Ми могли один раз це все пережити, але необхідно було дійсно змінити політичну еліту, не брати то між крапельками, тому що це між крапельками, ну, воно певний час якийсь результат дає, а потім того результату немає. Тому треба було, як то каже, обирати радикально Чорновола, ну, людину демократичну. І тоді ми все змінили, як Гавел змінив, і ми багато раз посилаємося. Сьогодні, я думаю, теж суспільство не повинно байдуже відноситися до того, що відбувається. Все-таки брати більш реальний контроль над владою і вимагати від влади все-таки те, що, каже, обіцяли на виборах там, і те необхідно робити. По-іншому ніхто нічого не досягне. Я думаю, вже помилок за 25 років ми стільки натовкли, що сьогодні вже дійсно, слава Богу, що події на Донбасі, в Криму, все-таки вони мобілізували українське суспільство. Багато є громадських організацій, небайдужих людей. І сьогодні ми бачимо, як активісти швидше знаходять там ті прорахунки і на дорогах, коли крадеться мільйонами, і так далі, і так далі. Я думаю, це треба сьогодні вигортати. У країни є потенціал, що вона може дуже швидкі кроки зробити, щоб піднятися. Але, на жаль, всі гроші, які Україна заробляє, висідають офшорах. Якщо їх
їх повернути, то нам, я думаю, ніяка економічна допомога за кордону не потрібна. Пане Юрію, я єдине, що хочу додати таку невеличку замітку на полях, що, наскільки я пам'ятаю, перший розкол в Русі стався саме тоді, коли В'ячеслав Чорновіл відмовився перетворювати рух на партію і йти на вибори як партія. І тоді багато хто з тих, хто створював цей рух, Народний рух України, зрозумів, що вони не мають політичного майбутнього. Тому давайте все ж таки, створюючи якісь міфи, дамо так забутися тому, що було, тоді простіше буде фантазувати. Бо багато чого відбувалося, я думаю, за вини кожного з нас. Будь ласка, Олександр Пранкевич. У мене таке запитання стосовно того, тої метафори, того чудового поля, де ми вирощуємо краще, ніж інші, і в нас хочуть відрізати. Я хотів би запитатися, насправді, звідки ви берете інформацію? Тому що, ну, наскільки я розумію, спілкуючись з людьми, навіть тих, з тими, хто живе сьогодні в Криму, вони говорять, не говорять, що в Росії краще чи супер, але вони не точно говорять, що краще, ніж в Україні. Ви змальовуєте абсолютно протилежну картинку зараз в своїй риториці. І з цього я припускаю, що решта інформації, яку ви подаєте, не є вірогідною. Ви живете в якихось видуманих мирах, світах таких, знаєте, і берете цю інформацію невідомо звідки. От у мене таке запитання. Звідки ви берете інформацію про життя? Про життя в Україні чи про життя в Росії? І в Росії, і особливо в Росії. Насамперед, ви що там були, ви що там жили, ви вивчали, ви знаєте їхню економіку, ви з ними працюєте. У нас страшна річ іде в нашій країні, розумієте? Створюється образ ворога. Але він створюється абсолютно некомпетентно. Перше, що зробив, наприклад, Інститут літератури в Україні, да? Він знищив відділ російської літератури. У нас немає, я не знаю, як фахівець, який займається культурою, взагалі історією, різними речами, жодної людини, яка професійно, нормально займається Росією. Не як пропагандист. Я в Росії був достатньо раз. І помимо Москви і Пітера, я бував там в Брянській області, в Воронівській області, в Калугі. Поэтому... Тобто візуально? Супервізуально? Ну, і общаюсь з людьми, звісно. А як? Ну, цифри, вони теж говорять самі о собі. Якщо цікаво, я навіть робив аналітику, порівнював економіку Росії з Германією, наприклад. З України. Можна говорити об Україні. Ви знаєте, коли в Росії більш ефективно. Коли Максим Нівенчений почав говорити, ну, задавати своє питання, то я просто побачив перед собою плакат Партії регіонів. Ми вернемо мир на нашу землю. Ну, это, конечно, очень трогательно, да, когда маньяк, который вырезал всю свою семью, на вопрос, как тебя теперь называть, горестно говорит, сиротинушка. Но я хочу сказать, что на самом деле Максим далеко не одинок и, скажем так, не однополярен политически в своих высказываниях, потому что, вот я очень хочу процитировать слова руководителя областной организации партии Петра Порошенко, блок Петра Порошенко «Солидарность» Андрея Водотурского. Мне кажется, что вы вполне соприкасаетесь. Проблема в том, что мы не умеем признавать свои ошибки. Допустила страна ошибку, когда 23 года не занималась армией, когда не занимались людьми в Крыму и на Донбассе. Ну вот хотят они быть в России. Разве это не наша ошибка, что мы приходим к власти и на третий день принимаем закон про мовы? Зато знаем мы подобные, зачем мы подобные вещи делаем, зачем? И теперь нужно, чтобы кто-то набрался решимости и сказал, да, мы допустили ошибки, нам нужно извиниться, потерять в чем-то, бросить и идти дальше. А мы допускаем все больше новых ошибок, пытаясь исправить самую первую. Давайте поставим крест на тех территориях, вздохнем с облегчением и займемся более важными вещами. Вот, собственно говоря, позиция самого главного представителя партии Петра Порошенко в Николаевской области. Мне кажется, что у них практически нету разногласий с Максимом, которого многие тут не без основания считают адвокатом дьявола. Так давайте вот поговорим. Вячеслав Валентинович, это политика партии или это политика отдельного человека? Ко дню независимости особенно важно об этом поговорить. На прошлой передаче мы говорили с демобилизованными. Тогда же ваш Сергей Танасов, член, насколько я знаю, руководящего органа вашей партии,
ну, как-то так сначала очень сильно возмутился на общее предложение нашего зрителя отдать Донбасс. А когда оказалось, что его поддерживает его руководитель, то как-то он так вот плавно ушел от ответа. А что же он думает по этому поводу? Я думаю, чтобы сам Андрей Алексеевич прокомментировал свои слова. Ну, он не жалует нас своими визитами. Вот. Мое мнение, как считаю я, страну надо отстаивать однозначно. И тот же Крым, хоть вы и говорите, что там теперь чуть ли не рай земной. Не перетягивайте слова, господин. Речь идет о том, что люди, живущие в Крыму, но далеко не все. Удовольствуются одной вещью. Они говорят, да, у нас ужасная система, и страшный беспорядок и хаос, но это лучше, чем на Украине. Но это только мнение тех людей, с которыми общались вы. Те люди, с которыми общаюсь я, говорят совершенно по-другому. Лучше всего себе врать. Это и есть тот метод, в результате которого мы все проигрываем. Скажите честно, не знаю я русской жизни, не изучал ее. Поездил по Брянской области, попил водку с теми. Зашел туда, зашел сюда. Россия огромная страна, никто не знает вообще, конечно. Потому что русские сами себя не знают сейчас, а вы все знаете. Никто ничего не знает, все знает только Бог. Также заявляют, что там вот все замечательно, и там все лучше, чем у нас. Я закончу свою мысль. Проблема в том, что я тоже за Украину и за ее независимость, но мы должны понять, что есть абсолютно простые причины, которые определяют поведение людей. Да. И очень у многих людей в этой стране до сих пор есть такое убеждение. Пусть в России нелегко, но это лучше, чем здесь. Что вы, как представитель партии президента, собираетесь делать для того, чтобы изменить этот очень опасный стереотип? Вот давайте об этом поговорим. Тогда будет и независимость. Давайте поговорим. Первое. Опять же, не готов. Не думаю, что вот все так красочно, как вы говорите. Говорю, опять же, по мнению ваших знакомых, там лучше, чем здесь. Те люди, с которыми общаюсь я в Крыму, они недовольны тем, что происходит там. Это говорит, также большое количество людей переехало с Крыма сюда и не хотят возвращаться. Поэтому я не думаю, что вы так уж тут можете обобщать. Что делать? Однозначно, страну надо сегодня отстаивать и мир отвоевывать, потому что любые переговоры, опять же, невозможны только тогда, когда есть диалог, а диалог есть только тогда, когда оппонент чувствует силу. Если силы нет, тогда это превращается в монолог. А опять же, если говорить о полноценной независимости, то опять же, может быть, я повторюсь, она будет только тогда, когда мы сможем достаточно поднять уровень экономики, когда она будет развиваться эффективными методами, тогда и будет полноценная независимость. Ми невипадково запросили у якості гостей представників трьох політичних партій, адже що стосується громадян, які відчувають себе громадянами України, які відчувають незалежність як своє власне надбання, як свою власну найвищу цінність, тут це зрозуміло, і ми ще подивимось декілька сюжетів про це. Втім, справді є дуже велика політична складова того, що відбувається, і того, яким чином відбувається наша незалежність, так би мовити, не на рівні дат, а на рівні нашого відчуття. Отже, панове, будь ласка, вам слово. Вячеслав Сімченко, як представник партії Петра Порошенка, досить багато казав вже, а вас хотілося почути. Будь ласка, панове. Я б стосовно Росії, хорошо там, та хай вони там хоч в золоті купаються, хай вони нас просто не чіпають. Не треба там то, що сталося там після Другої світової війни. Є кордони, живіте, Сибір не схоже на там, вирощуйте хоч золоті банани там вирощуйте, живіте як хочете, не чіпайте ви Україну. Зрозуміло, без України Росія не може. І тому вся проблема в тому. А Україна да. без Росії? І Україна без Росії зможе. Да. Дуже просто. Дуже просто. Сьогодні... З 91-го року у нас уровень життя ухудшається? Или улучшается с независимостью? Может быть, это не самое... Для чего мы добываем независимость? Знаете, если 10 семей живут, то 50 миллионов, 40 миллионов сегодня
жебракують. Якщо у нас, тому проблема не в Росії чи там, а проблема в Україні, що перерозподілити оце все, що є олігархія, що захопила, його просто щоб народ отримав. Тому це найосновна помилка в 90-х. Так, незалежність тоді від внешніх факторів. Или вот внутреннего врага необходимо? Вот что в данном случае, от кого независимость улучшит наше процветание? Я так понимаю, что в 91-м году независимость была во имя улучшения уровня жизни. Нет. Сегодня мы видим кривую, которая идет вниз. Незалежність. По вашому, получається, там, де кормят, там і хорошо, да? От как бы. Ну, ещё древні греки говорили, отечество там, где хорошо. Незалежність країни взагалі страны, нації, это гораздо немножко выше того, о чём вы говорите. А исходя из вашей риторики, там дадут бутерброд, ну что, буду там. Да, придут завтра турки, сделают хорошо. Ну и что, придем по подданству турецкое, даже, может быть, пойдем там какие-то физиологические вещи сделаем, связанные со сменой вероисповеданий. Вот не путайте, не наводите тень на плетень. Есть нация, хорошо. Есть государство, да. Есть его границы устоявшиеся. Есть признание международным сообществом страны, исходим и отталкиваемся из этого. Я тогда закончу, да? И если сейчас такие времена наступили, то, может быть, действительно, для того, чтобы подняться, надо сначала упасть. Так вот, мне сегодня кажется, что это вот то дно, на которое мы упали, ниже которого падать нельзя. И надо переходить в режим уже отталкивания от этого дна и идти в том направлении. К большому сожалению, да, вот тут я с этим согласен, ничего не происходит. Более того, добавлю. Не так давно, когда там у меня были определенные обострения отношений, в том числе с Андреем Водотурским, я с ним разговаривал, я ему задал вопрос один, который меня сегодня волнует. Зачем вы принимаете закон о выборах в такой редакции в это время? Вот я выскажу свою субъективную точку зрения. Я считаю, это огромная политическая ошибка проводить сегодня выборы в местные органы по мажоритарным округам, по якобы каким-то открытым спискам. Это полное непонимание технологии выборов, которое приведет к тому, что на мажоритарных округах победят не розовощекие романтики, да, и не настоящие патриоты, которые хотят для этой страны, а победят чемоданы с деньгами. Уже это сегодня началось все. Да? А на фоне децентрализации, которая через два года достигнет своего пика, да, то мы можем потерять страну вообще. Потому что на фоне децентрализации будет даны гораздо больше прав для регионов, да, и тогда зачем войны? Мы, каждая область будет через неделю, каждую неделю объявлять о расколе и об объявлении своей независимости. Вот на эти вопросы я не получил ответа. Объясните мне прелесть этого закона. К сожалению, от народного депутата я не услышал вразумительных вещей, которые бы мне объяснили, является ли этот закон объединительным и послужит ли он тем толчком, который даст возможность оттолкнуться одна и развиваться в Украине. Вот об этих, мне кажется, надо вещать. Ярослав Захаренко, пожалуйста. Я хотел вспомнить, не буду корректно называть спортсмена, но когда-то один из спортсменов, игравших в баскетбол в НБА, в ответ на приглашение поиграть за сборную Украины и услышав, что за это не будет оплаты, сказал: «Родина, там это где кормят». Так вот, у нас очень много граждан вот в такой позиции. На самом деле, в нашей стране, как и в Израиле, когда они начинали, есть три вида людей. Есть строители, те, которые строят страну. Есть те, которые, ну вот они здесь. Будет так, ну хорошо, будет всяк, нормально. Есть враги, которые, по сути, их цели, ну как, успех других – это вызов для них. Они делают все, чтобы проект не состоялся. В условиях наличия трех таких разделений и идет наш процесс. Сама страна напоминает мне машину, в которую вытекло масло, или потихоньку вытекало, но в точке 91 года сказали: ну что, будем менять машину или вон доедем, а там уже. И решили: а, поехали. В конце концов мы приехали, двигатель застучал, масла нет, ну, бензин еще есть, но уже это уже ничто. Это не страна завалилась, это машина, это модель управления. Это вот это вот партийно-номенклатурно, срастившись с криминальной системой, это то, что мы называем системой управления государством. Она рухнула под своим весом, она не может более далее работать эффективно, она угрожает самой стране. Она имеет последствия и плохое состояние людей, которые не могут выжить в этих условиях. И именно замена сейчас, ну, девиз
как бы, капиталистического общества. Изменись или умри. Вот у нас есть две чаши. Или мы меняемся, или там уже не речь, ни про независимость, ни про страны, будет территория. Меняться не хотим, зато сами. Вопрос в том, что есть те, кто работает на это, а есть те, кто говорит, зачем, вы что, посмотрите, как хорошо было. А вы посмотрите вот там, зачем меняться, давайте пойдем вот туда за сетку. Вот. Михаил Ильич, вы не успели высказаться, когда ваши коллеги говорили, пожалуйста. Спасибо, да. Коллеги, знаете что? Ну, я удивляюсь просто эпитетом некоторым, звучащим здесь сегодня в этой студии. Я вспомнил сейчас 2004 год, когда Владимир Владимирович Путин приехал в Украину для того, чтобы агитировать за кандидата в президенты Януковича. И такое шоу было создано на 2,5 часа прямого эфира, и можно было якобы дозвониться легко в студию, и звучала прямая агитация от президента соседнего государства, которая является одним из гарантов ядерной державы и отказа от ядерного оружия со стороны Украины, в пользу одного из кандидатов. Не Ющенко Виктора Андреевича, который за незалежность, как говорится, ратовал и за евроинтеграцию и так далее, а за Януковича. И, наверное, все-таки чудо произошло, Божье. Дозвонилась одна женщина совершенно, видимо, случайно и задала один вопрос. Она говорит: Владимир Владимирович, а у вас есть дочери? Ну, в прямом эфире вопрос. Он говорит: да. Она говорит: я слышала, я читала, две дочери. Он говорит: да. А вы скажите, а ну вы бы не хотели себе зятя насильника? Он опешил, конечно. Это в прямом эфире происходило в ноябре или в декабре 2004 года. Он стушевался, она говорит: а почему вы тогда агитируете сейчас нас, граждан Украины, за человека, который дважды сидел за изнасилование? Я сейчас не хочу даже спорить, где лучше живется. В Швейцарии, в Казахстане, в Украине или в России. Хотя я друзьям в Крым звоню, они меня с радостью приветствуют. Уже приходится набирать плюс 7, там какие-то у них номера появились. Они начинают свое приветствие в открытом эфире со слов «Слава Украине». И я не знаю, им там хорошо или плохо живется, но они так говорят из Крыма. И я хочу сказать, что о чем можно говорить, когда нас всех... Я прошу прощения, ну просто насильственным образом отняли у нас часть нашей территории, Крым, еще и фильм об этом цинично сняли. Я как налогоплательщик, вы как налогоплательщик и зрители содержали Крым, 6 миллиардов каждый год дотировали. Где эти наши деньги? Что происходит с гражданами, которые все-таки по телефону друг другу говорят приветствие, слава Украине? Сегодня в 2015 году на оккупированной территории. Я говорил с российскими бизнесменами, которых предлагали в Крым инвестировать там, делать какие-то бизнесы и так далее. Русские бизнесмены говорят: нет-нет, спасибо, нам чужого не надо. Мы как-то уж тут где-то в Евросоюзе, в России проинвестируем и так далее, и так далее. Это дар Божий нам дан, наконец-то, за 300-летнюю борьбу за независимость на протяжении целого ряда поколений. Мы, к сожалению, зависимыми остались от тех коммунистов, которые нами по-прежнему руководят. Кравчук не коммунист? Коммунист. Кучма не коммунист? Коммунист. Как колхозом руководил Ющенко? Как руководил автотранспортным предприятием Янукович? Не коммунист? Коммунист. Я благодарен, Юрий, прекрасную ссылку нам дал на Вацлава Гавела. Простой человек. Диссидентом был. Так как отсидела Юлия Владимировна сейчас за свои взгляды 3 года. Так как отсидел Черновол еще в более сложные моменты и так далее, и так далее. За взгляды свои политические. И никто не сидел больше за взгляды, и в том числе и здесь присутствующих. И репрессии не переживал, наверное, в полной мере. Поэтому я хочу сказать о том, что на сегодняшний день Вацлав Гавел, 142 тысячи граждан, не разбираясь, не ища охоту на ведьм, не устраивая, сообщил о том, что, друзья, давайте проведем люстрацию. Был партбилет? Спасибо, живи, трудись, получай удовольствие от жизни. Руководить больше не можешь. Был в КГБ чехословацком? Спасибо, трудись, будь адвокатом, юристом. Судьей не можешь, правоохранителем не можешь, руководителем не можешь. Точка. Мы до сих пор зависимы от тех людей, которые монополярно, как сейчас в России, узурпируют мнение. И я думаю, так бы мы ярко в студии не пообщались с вами на разные темы, нас бы уже ждали смотрящие, как говорится, и к руководству бы были, возможно, вопросы в том числе. Поэтому я уверен, что это дар Божий,
за которой мы еще полностью не дорасчитались. Я согласен с депутатом абсолютно, который Мудрак только что нам очень правильно сказал. Рассчитываемся. Идем, может быть, на какие-то, как говорится, лишения экономико-социальные. Идем к нижней точке, после которой начнется рассвет. Слово «кризис» тоже из двух слов в Древней Греции состоит. «Кри» – разрушение, «зис» – созидание. Созидание началось тогда, когда Майданы начались, тогда, когда гражданское общество в лице волонтеров возникло, тогда, когда противостояние гражданское сейчас идет в Луганске и в Донецке, наших лиц, которые хотят жить в Украине, но не смогли выехать. Они привязаны к этим своим квартирам, которые сегодня, я не знаю, 3 копейки стоят. Спасибо. Спасибо вам. И я вижу тут уже бурное желание у наших экспертов присоединиться к обсуждению, привести свои контраргументы. Однако, то есть передача так называется, однако я очень хочу показать сейчас фрагмент программы, на которой мы, наша программа «Контраргумент», на которой мы подводили итоги Майдана. И там присутствовали два наших народных депутата, Игорь Брыченко и Тарас Кремень. И Игорь Брыченко очень с большой болью говорил о том, о чем говорите вы все, о том, что ничего не менялось и не меняется сейчас. Давайте посмотрим. Я в каком смысле? Что не поменялось в Николаеве? Коррупционные схемы как работали, так работали. Взятки как брали, так и брали. Ну берут. И все прекрасно это понимают. Это вы мне те... сказали, я вам. Нет, так не. Я вам это сам. Игорь Витальевич, ну как депутат Верховной Рады может так открыто говорить про взятки? Если вы знаете, идемте сейчас за руку, сломаем ему позвоночник и нового человека посадим. В чем проблема? Ну вы знаете, и так. Ну честно, так же мне, мне гражданину вот так слушать. Вы, я нормально. Ну... Вот я... Так а мы все ж посады не поменяли. Вы же понимаете, почему вы их не поменяли? Вот мы вернулись к тому, с чего начинали. Вот. Почему все эти люди на свободе? Почему они все прекрасно себя чувствуют? Почему никто из них не испытывает даже опасности? Отвечаю еще раз. Кто хочет? Милиция работает в этом вопросе? Нет, прокуратура не работает. Потому что они не хотят сами менять это. Я знаю, что я не в оппозиции. Что вы рассказываете? Я знаю, это что я не оппозиция. Но точно так же делятся сейчас портфели, места и так далее. Точно так же. Именно ну, поэтому народ говорит, ничего не поменялось. И последний поход до генерального прокурора, это вот такая вот ступа всех вопросов. Где СМЕШ? О. Игорь Витальевич, ну, давайте так. Я понимаю, что с одной стороны, ну вот, любой руководитель приходит на место, ему кажется, что я сейчас тут приду, всех окрылю новыми идеями, и все заработают по-новому. А потом оказывается, что, в общем-то, это иллюзии. Потому что люди привыкли к тому, что, может быть, знаете, там, ну, не так удобно, может быть, как-то так не совсем хорошо. Ну, мы уже привыкли. Вот не трогайте, да, тут, пускай так будет. А то надо меняться, надо что-то делать. И есть реальное сопротивление. А еще со всеми не углядишь. Но. То есть понятно, что всю вертикаль нужно менять. Понятно, что, наверное, до всего руки не доходит. Но ведь Грузии получилось. Ведь есть положительные примеры. Извините меня, если прокурор Махницкий не брезгует получать награду из рук Кивалова, в то время, когда там, вот, когда уже страна оккупирована, когда уже страна фактически воюет, и когда не сидит никто, и когда до сих пор, послушайте, ну ведь это же ну, абсурд, дело по Дятлову возбудили только по ходатайству общественников, а не по ходатайству власти, не по ходатайству, извините, депутатов. Вы там ближе, а кто как не вы это может сделать? То есть, поймите, мы на самом деле на вашей стороне. Мы понимаем, что вы что-то делаете, понимаем, что у вас до всего руки не доходят. И может быть, если вы расскажете не о кипах документов, а хотя бы об одном решении по одному из этих документов, то нам станет легче вас понимать. Ярослав, я посыл ваш услышал. И мы пойдем. И приеду, во вторник пойду к генеральному прокурору. Он обещал. 2 недели. Он покажет результаты по Николаеву. По этим всем делам. Ну, может быть, я не могу всего сказать. Ну, то есть сказать в этом. Приеду, опять приглашайте, я вам все расскажу. Все, дословно, я не буду молчать. То, что я сказал генеральному прокурору, то же самое я и скажу вам. То самое, что ответит мне на вот эти все вопросы. И вот эта стопа касается вот тех всех дел, про которые вы говорили.
К сожалению, Игорь Витальевич не смог прийти в нашу студию, хотя я собирался, он сейчас опять в АТО с очередными грузами для наших солдат, это действительно уважительная причина. Однако, вот пока шел этот сюжет, наши эксперты бурно его обсуждали. Пожалуйста. Я бы хотел вернуть всех к теме передачи, к независимости. Тем более у нас здесь представители целых трех политических партий. У нас за эти 24 года сложились формальные атрибуты независимости. Гимн, герб, флаг. Появилась армия, наконец-то, более-менее, хоть какая-то. У нас есть валюта, там что-то еще, какая-то атрибутика независимости. У нас нет самого главного. Тут сидят представители разных политических сил, которые за это отвечают. У нас нет единого народа. У нас нет единой гомогенной нации, которая определяется тем, что, так сказать, у нее есть какой-то направленный вектор движения к будущему, к будущей модели своего бытия. Вот смотрите, у нас есть куча политических партий. В программе ни одной партии, кроме правого сектора, я не нашел описания того, той самой модели будущего бытия, которой должен стремиться украинский народ. У правого сектора есть национальная идея, все четко оформлено. Причем очень сильно напоминает коммунистическое общество и, так сказать, тысячелетний рейх. Один в один. И плюс ко всему, у нас нет реальной независимости только потому, что все политические силы, в том числе и здесь представленные, они предлагают нам разные модели будущего бытия и разные пути достижения. Вот смотрите, вот в Европе, у них там есть какое-то унифицированное представление о будущем своего народа. Но у всех политических сил разный путь достижения этого. Здесь все разное. И то разное, и это разное, и третье разное. И до тех пор мы не будем иметь реальной независимости, пока не будет политической силы, которая сможет объединить народ для достижения каких-то коллективных усилий в деле обретения этого будущего. Так что вы здесь сидите, щеки надувайте, как хотите. Но пока этого не будет. То есть у нас не будет реальной независимости. Все, конец веревки. Так, спасибо. Смотрите, действительно, любую ведь развитую страну, там, Америка, опять же, да, есть две основные партии, но они все государственники. В любой стране все борющиеся между собой за власть партии, у них у всех одна идея, все равно они за единство своего государства, за своего нации. У нас сегодня да. Ситуация какая в стране? Тихо. Какая сегодня в стране? Сегодня есть группа демократично настроенных сил политических, которые прогосударственные, они... Их основная идея все равно это единство государства. И есть другая мощная группа политических партий, достаточно тоже большой электоральной поддержкой, которые антигосударственные. Это факт. Политические силы, которые выступают за раздел вот, пророссийские направленные силы, ты хочешь сказать, что они выступают за государство Украина, пророссийские силы? Подождите. Мы говорим не об этом. Там антигосударственные, прогосударственные силы. И те государственные. Просто они имеют какой-то определенный образ цели, которую они пытаются достигнуть. Мы говорим о глобальном понимании, так сказать, государства независимого. Человек для государства или государство для человека? Вы здесь все сидящие, так сказать, пока озвучили одно, что у нас человек будет существовать по-прежнему для государства, как и при коммунизме. У нас еще никто не озвучивал. Озвучили. Это вы какой-то свой надуманный... Да. Нет, ничего подобного. Вот я хотел бы вмешаться в эту историю, потому что меня пугает? Вот я смотрю на эту всю историю, мне становится страшно. Потому что две вещи. Первое, вы просто не слышите, что вам говорят.
Сережа говорит вам научным языком, объясняю. Нация – это выдуманное сообщество. Когда в голове у всех членов сообщества есть образ, вокруг которого они объединяются, есть нация и есть независимость. Вы сразу же отвечаете изложением программы ваших партий. И вторая вещь, которая меня тоже пугает, и еще больше, чем первая, это невежество. Это по поводу сравнения, извините, госпожи Тимошенко с Вацлавом Гавелом. Когда вы сравниваете эти две фигуры, вы просто не представляете себе, как низко вы опускаете госпожу Тимошенко. Это просто настолько некорректное, совершенно ненормальное сравнение, что, ну я не знаю, Вацлав Гавел интеллектуал свободный, она интеллектуалка и не свободна, и так далее, и так далее. И, а чего она не свободна, скажите? Извините, вы будете потом еще отвечать перед судом истории. Потому что после того, как произошли события на Майдане, один мой знакомый, очень националистически настроенный человек, сказал, ну что же это была узурпация власти бютом, и в результате мы получаем проигрыш Крыма. Вот с этим багажом вы там будете идти и разбираться, но я не об этом говорю. Очень много вещей, которые, ну вы думаете, что я такой сумасшедший, истерический или какой-то такой. Я просто эмоциональный, потому что я участвую сейчас в телевизионной передаче, и она не должна быть скучной. Но я хотел бы, чтобы вычленили какую-то вещь. Вы понимаете, ну есть, думать надо. Вот когда Виктор Федорович Янукович говорил, что нам какие-то козлы из Библии мешают жить, посмотрите, что такое козел в Библии. Да, то есть достаточно достойное существо там в Библии, понимаете? Там этот цап Бувайло, как кажется, украинскую мову, это Иисус Христос. Сейчас такие же вот кульбиты вы вот вводите, то там, вы классно разбираетесь. Ведь когда мы говорим вам о том, что существует угроза, что много людей думают так, реально думают, что в России не очень хорошо, но лучше, чем здесь, и в результате этого они ведут себя определенным образом, вы говорите, нет, это неправда, вы отбрасываете. Ну разве Коллеги, это не в этом суть. Так хорошо, хорошо, давайте все-таки действительно будем вести диалог. Давайте. Надо свой дом. Вот и все. Так я же об этом не тоже говорю, но при этом ну, не стоит же врать и не стоит же проявлять невежество. Сергей, я можно отпарирую немножечко. Вы как-то так сейчас нас призвали к единоросской Украине, что мне просто аж за вас стало неудобно и страшно. Да. Вы так ностальгировали по единой коммунистическо-единоросской силе старшего брата, который народ должен повести. Я хочу в двух словах сказать, говорил наш коллега о том, что должна взять политическая сила, всю ответственность на себя и всех повести к светлому будущему и так далее. Мы можем сейчас посмотреть 5 минут назад то, что звучало в эфире в нашем прямом. И я хочу сказать вот о чем. Что, например, Батьковщина считает о том, что путь развития государства Украины, ни в коем случае не партии, а путь развития государства Украины должен быть следующим, евроинтеграционным. И у нас был первый в истории кабинета министров министр евроинтеграции, Немыря Григорий Михайлович для этого введен. Между прочим, тот проект законов и пакет ассоциации был наконец-то подписан после Майдана 2014 года. Во-вторых, должно быть общество развиваться демократическим путем, а не так, как мы развивались до 91 года, когда Компартия нам велела и рассказывала и вела за руку. Как сейчас Единая Россия или Компартия Китая ведет, или в Северной Корее ведет и так далее партии. Кроме этого, мы должны иметь социально защищенное общество. Мы партия социального типа. И мы считаем, что, например, пенсии, между прочим, мне странно очень слышать, что узурпация со стороны Батьковщины произошла. Покажите вообще, где батьковщинец губернатор, где батьковщинец глава РДА, если мы говорим об области, где батьковщинский министр или премьер-министр. Есть проект такой, как говорится, Народный фронт, фронт ЗМИН и так далее, который успевает быть и когда-то советником и помощником Азарова, и потом он в Крыму руководит прекрасно, замечательно. И теперь он приспособился, как только Юлия Владимировна из тюрьмы после того, как Сенат США даже признал, единогласным голосованием, хочу вам напомнить, о том, что она сидела по политическим убеждениям и взглядам, как политически мотивированный заключенный, как Вацлав Гавел в свое время сидел, как Черновил в свое время сидел за свои взгляды и так далее. У нас в Украине немного примеров
политически мотивированных заключенных. Причем она не пошла на сделку. Я очень прошу прощения, но скажите, а какой партии принадлежал Турчинов? Какой партии принадлежал Пашинский? И большое количество еще тех людей, которые сейчас при власти, ну просто теперь они называются по-другому. Смотрите, я думаю, что, может быть, именно об этом говорил Александр Викторович. Вот я вам сейчас хочу объяснить. Вы опять не слышите. Я говорю об очень коротком периоде в истории Украины. После Майдана, узурпация власти Бютом и бездеятельность Бюта приводит к тому, что был захвачен Крым. Все, больше ничего. Может быть, я ошибаюсь. Не вопрос. Но это ваше персональное это мнение. Это мое персональное мнение. Причем здесь Бют против зеленых человечков, вооруженных до зубов, отлично, с военными кораблями в Черном море, отлично, под российским флагом. Отлично. Причем здесь Бют? Вы не сравниваете, я маленький не человек, армия. Я ничего не понимаю. Но то, что вам было сказано перед этим, речь идет не о узурпации политической власти, власти какой-то политической партии, а речь идет о наборе верований, символов, в которые люди верят и готовы за них умереть. И независимо от разных политических убеждений, они готовы за них умереть. Тогда рождается нация, тогда рождается держава. Или как вы там это называете. Вы понимаете? А вы отвечаете не об этом. Вы опять пересказываете вкратце содержание политической программы Бюта. А нам бы хотелось, чтобы вы отвечали на вопросы по сути. Вот и все. Я по сути ответил, исходя из программы. Я сослался на источник. Хорошо, господа, подождите, давайте... Европейское социально защищенное общество. У нас тут начинается настоящий действительно уже бой, поэтому я как рефери объявляю перерыв. Давайте посмотрим сюжет как раз вот о том, что происходит в Николаеве с декоммунизацией, с ползучей коммунизацией, с как бы недодекоммунизацией, вроде бы с частичным сохранением коммунистических символов и так далее. Как-то опять у нас с этим нет определенности. Давайте посмотрим. Це рішення виноситься на розгляд міської ради згідно закону України про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки. Планується також створення спеціальної комісії, яка опікуватиметься перейменуванням. На жаль, цей процес не буде простим. По-перше, скільки потрібно грошей, аби реалізувати такий масштабний проєкт, поки що ніхто не підрахував. Але попри те, що в місцевому бюджеті, який ухвалювався наприкінці минулого року, кошти на декомунізацію не передбачались, місцева влада може взяти їх з видатків на житлово-комунальне господарство та благоустрій, або ж залучити позабюджетні ресурси та спонсорську допомогу. По-друге, декомунізація неоднозначно сприймається суспільством, і не всі громадяни підтримують знищення комуністичної символіки. Тож потрібно відзначити, що процес перейменування має проводитися з обов'язковим урахуванням загальноміських інтересів, а також географічних, історичних, топонімічних, культурних та інших особливостей об'єктів, які планується перейменувати. Отже, я думаю, що трохи тут пар випустили, хоча протягом всього сюжету тут також була така майже бійка. Дякувати Богу, що у нас немає сока на столах, тим, я думаю, що пора вже його ставити. Добре, панове. Ярослав, будь ласка. Я, як четверта політична сила, тут присутствующая, теж хотів дати відповідь на вопрос поставлений. Прежде всего, я считаю, что необходимо людям, которые имеют разногласия в прошлом страны, посмотреть на страну, как страну, где они хотели бы, чтобы жили их дети. Тогда у многих разногласия уходят, и все хотят для своих детей оставить мирную страну, богатую, да-да-да, успешную. Да-да-да, вот оппозиционный блок тоже говорит, мы принесем мир на вашу землю. Ну да, сначала разожгли, а теперь мы потушим. Ну да, это конечно. Так что вы хотите в богатой стране жить? Я говорю о том, что в принципе визия, то, о чем человек спрашивал, это визия. То есть то, как мы видим нашу страну в результате каких-то усилий через определенное то время. То есть богатой все-таки. Достаточной, все. Успешной стране. То второй момент, ответ на вопрос, что про единую политическую силу, которая объединит весь народ в едином порыве, ну, я могу не согласиться, наверное, человек не знаком с политическими силами, потому что я не вижу общего визии у ХДС, скажем, Германии, и социалистов, из, да хотя бы той же Греции.
Вот, ну, они действительно в разные стороны идут, и они строят разное будущее своих стран, а они не могут идти все работать на одну цель, тогда бы они и шли туда, но мы видим, это разное дело. Вот, так что я вижу именно мотивировать людей, тех, кто готовы строить, да, богатую страну, да, успешную для украинской нации, те, кто уже она родилась. И те, кто в ней участники, они уже и они не ждут команды или единой политической силы, которая скажет там ребятам, так, чтобы было лучше гражданам строить проживать свою страну. Вот я как раз хотел бы продолжить вопрос и, наверное, задать Олегу Мудраку вопрос, потому что он мне как-то так упрекнул. Вот первый момент: ни одна политическая партия никогда не ставит в себе в программе что-то, что не касается улучшения жизни во всех программах партии, улучшим жизнь, снизим тарифы, как сегодня, батьковщина и так далее, и так далее, и так далее. Речь идет о том, что нам станет лучше, комфортнее и удобнее. А вот это основной момент. И сегодня, почему с партии строят только на этом? Потому что мы заметили, попытка идеологического разногласия, она раскалывает наше общество. А попытка улучшить наше проживание, оно общество может каким-то образом консолидировать и вывести в правильное русло, экономическое процветание. Поэтому хотел бы сказать, что важнее всего, конечно же, нам, в том числе и отделяясь, и получая независимость, улучшать наш уровень жизни. И если мы действия предпринимаем, которые ухудшают наш уровень жизни, возможно, вектор мы выбираем неправильно. И поэтому не нужно так говорить, что я пытаюсь ввести в заблуждение или еще что-то. Вы на себе наверняка тоже это чувствуете, ваши избиратели как депутаты чувствуют. И они к вам обращаются для того, чтобы вы улучшили их уровень жизни и в будущем, и вот в процессе баллотировки. Поэтому это самый важный фактор, а это никакое не второстепенный, второсортный момент. Позволю вот здесь согласиться с вами. Да? Очень приятно. Да, я тоже считаю, что прошедшие полтора года уже является определенным сроком, после которого можно задавать уже неробкие вопросы. А почему не происходит того, о чем мы с вами говорим? И полностью поддерживаю в том направлении. Потому что реально давайте будем смотреть правде в глаза. За полтора года, кроме усилий, связанных с военными действиями, в экономике Украины ровным счетом не происходит ничего. Правильно. Да? Никто, ни одна партия не идет с лозунгом «Очистим нацию от непатриотов». Давайте я вам вот покажу. Давайте я вам сейчас дам маленькую подсказочку и расскажу, почему это, по крайней мере, в Николаеве так происходит. Вот еще одна цитата Игоря Брыченко из той же самой ноябрьской передачи. Очень хорошо говорит о том, что у нас на самом деле здесь поменялось, не поменялось и почему это происходит. Давайте посмотрим. Понятно, что нельзя все поменять сразу. Но когда перемены, которые происходят, оказываются просто верхом цинизма, тогда возникают вопросы. Глава Новоодесской райадминистрации. В совсем недавнем прошлом руководитель городской организации партии регионов. Сейчас всем рассказывают. Я прошел люстрацию, я был в Луганске, я прошел люстрацию. Ну, думаю, интересно. Пишу запрос в Министерство обороны. Скажите, пожалуйста, пофамильно, кто в Николаеве участник боевых действий. Потому что что-то мне сильно подсказывает, что много там чиновников найдется. Получаю ответ. Изумительный. Два пункта. Пункт первый. Министерство обороны не располагает такой информацией. Пункт второй. Эта информация является секретной. Хорошо. Выясняем через ветеранские организации. В Николаеве по состоянию на прошлую неделю 55 участников боевых действий. Кстати, обращаю внимание, что справка участника боевых действий и статус участника боевых действий – это все-таки разные вещи. Так вот, 55 участников боевых действий. По состоянию на понедельник у нас было 73 погибших. То есть даже не все погибшие участники боевых действий. Но зато ныне здравствующие чиновники, как я понимаю, в этом списке уже есть. Что такое получить для реального участника боевых действий статус? Вот у Виктора Сюрченко спросите, он вам подробно расскажет об этой Виа Долороса. А как вам такой факт, что 70 прокуроров Донецкой области получили статус участников АТО? Нормально? Тоже вариант. Так вот скажите, это уже непосредственно вопрос законодателям. Как такое может быть? Ну, вы слышали последнее выступление премьер-министра, когда он поднял этот вопрос. Ну, включая СЕПР. По поводу участников АТО, чиновники и все остальное.
Почистят. И почистят очень серьезно. Ну только вы знаете, наверное, за это, что они получали участников АТО, там надо садить в тюрьму. Ну я, ну, поверьте, это мое. Хоть один человек сядет? А? Хоть один человек сядет? Ну хотелось бы. Вот, честно говорю, хотелось бы, чтобы следующему не хотелось ставать участником АТО с одной поездки. То есть вот. Вот я, что вот, там мне сильно подсказывает, что, давайте, что, причем, что вы не вылезаете из АТО, у вас нету такой справки. У меня нету. Я, ну, вот что я хочу сказать, что у волонтера нету той справки, он ездит по 2-3 раза в неделю в зону АТО. Он ночует там, он ездит под взрывами, обстреливают их машины. И это на протяжении самого начала военных действий. До сих пор у них нет участников АТО. Но какую-то чинуша имеет участника АТО. Ну давайте по Новой Одессе. Господи. Завтра, не будет. Завтра занимаюсь лично. Нет, я не знаю, я не веду справки, но я хочу понять, на каком основании человек прошел регистрацию. Это морально. Человек, ну вы понимаете, это ну даже не то, что, ну я бы его не назвал бы, ну это низко, это чересчур низко. Будут иметь раньше из эфира. Ну. Михаил Ильич, вы начали говорить, еще пока был сюжет, можете начать вашу фразу сначала, чтобы наши зрители тоже поучаствовали в вашем обсуждении вот с нашими экспертами того, о чем вы говорите. Давайте вопрос тогда еще раз. Я с удовольствием отвечу на него. Ну, собственно говоря, вопросы прозвучали, а заявление Игоря Брыченко тоже своего рода, в общем-то, можно считать вопросом. Вот, то, что... Мне очень интересно слышать то, что вот я читаю в Фейсбуке в качестве цитат. Я российское телевидение не смотрю, прессы не читаю, новости меня мало интересуют. В силу монополярности данного государства. Был бы там несколько полюсов, демократичное было бы общество, как в Америке, например, тоже нету единой нации. Ну там две политические силы, республиканцы и демократы. Одни более буржуазные, другие более социальные, как Батьковщина, например, как People's Party Европы, там Народная партия Европейская и так далее. Так вот, я хочу сказать, что когда парламент порядка 300 голосами избрал одного из своих коллег по Верховной Раде спикером, и в связи с бегством Януковича по Конституции Украины, он стал исполнять обязанности президента. Ну, это могла бы быть любая фамилия. Но у него фамилия была Турчинов. Это бывший мой коллега по партии. Достаточно порядочный человек. Верующий человек. Принципиальный. И вы это называете устами российской прессы, узурпацией власти. Ну, вот мне просто больно и жаль, что мы с вами, как говорится, ну, земляки и сидим в одной студии. Понимаете? Потому что такая формулировка узурпация власти, да еще и батьковщины... Ну просто это смешно, понимаете? Или вы развлекаете сейчас публику для того, чтобы веселее было наш телеканал смотреть? Вы опять ничего не слышите. Я вам сказал, что эту точку зрения озвучил один мой очень националистически настроенный проукраинский человек. Дайте ссылку, пожалуйста, тогда. Сергей Борщевский, мой близкий товарищ и переводчик. Я не знаю этого человека. Действительно, потому что книг не читаете. Он переводил Маркеса с испанского языка на украинский, и всю испанскую литературу. Человек, который принадлежит, ну, близко к националистическим кругам свободы. Это точка зрения, которая звучала не в московских средствах массовой информации. Ну, я думаю, что товарищи из РУХа мне, наверное, здесь не дадут соврать. Что не, все-таки эта точка зрения присутствовала не где-то там. Вот о чем еще раз говорю. Даже внутреннюю ситуацию в Украине вы не хотите видеть. Во всей ее сложности и противоречивости. Вот в этом опасность. Я могу ошибаться. И то, что я говорю, мои мнения, они, я же не политический эксперт, я просто эмоционально говорю. Но что меня пугает в истории, опять, тысячу раз повторяю, в чем несостоятельность так называемых украинских элит? Это исторический опыт нас учит. Невежество, 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 неумение слушать и незнание собственного народа. А вот, кстати, давайте-ка мы вот узнаем, собственно, народ и посмотрим, что он думает по поводу Дня независимости. Он, между прочим, оказался, опять-таки, честно говорю, мы ничего не подтасовывали, вышли на улицу и записали несколько человек. Вот они, кстати, отнюдь не разделены такими неразделимыми, в смысле, непреодолимыми противоречиями, как наша аудитория. Они гораздо более едины в этом плане. Давайте послушаем их. Это праздник, и я и дочку буду приучать ко всем таким праздникам нашим патриотическим, потому что это единая Украина, и она, ну, действительно будет расти маленьким патриотом. И я буду ей всегда рассказывать, каким у нас был папа.
защищал нашу независимость. Я на самом деле очень люблю свободу. Я считаю, что в первую очередь это свобода, в какой-то мере. Допустим, если вообще взять политику, да, все это, я вообще за нейтралитет. То есть я не за Россию, не за Европу, я за нейтралитет. То есть я считаю, что Украина должна быть свободна. И самостоятельно? Самостоятельно, да, конечно. У нас все для этого есть. Хочу привітати всіх миколаївців і всіх жителів України з Днем Незалежності, який скоро буде, побажати миру, і щоб Україна була такою ж самостійною і цвітущою країною, якою ми її всі пам'ятаємо, і щоб те, що відбувається зараз, більше такого ніколи не було. З Днем Незалежності України. Звичайно, Україні потрібно таке свято. І дуже добре, що нарешті в неї є таке свято. Є що відзначати незалежність. Моє ставлення дуже позитивне. Це дуже згуртовує весь народ український. Люди виходять на площі у вишиванках, святково вдягнені, з піднесеним настроєм. Ну, тим більше в наші часи, коли йде по-справжньому війна на сході нашої країни. Потрібні такі свята, які б згуртовували народ, які б показували, що ми єдина нація, що попри всі негаразди, попри всі там військові конфлікти, ми все ж таки незалежна Україна. Я вірю в те, що вона буде по-справжньому і незалежною, і цілісною. Ми вас вітаємо з Днем Незалежності, майбутнім нашим наступаючим. Мирного неба нам, менше конфліктів. Здоров'я нашій країні, нашому підростаючому поколінню. Я желаю, щоб війна вже закінчилась і щоб Україна залишалась незалежною завжди. І так. Мне кажется, что народ в очередной раз продемонстрировал, что он мудрее всех политиков вместе взятых. Да, абсолютное единство в том, что нация состоялась однозначно. И весь этот период, который прошел, да, со времен Майдана, и война, и все прочее, этот вопрос подтверждает. Все-таки люди, мы осознаем сегодня уже себя не так, как даже там 5-6 лет назад. Сегодня, как бы ни говорили, что да, там может быть сформулирована идея, не сформулирована национальная идея. Но мы осознаем себя нацией, осознаем все-таки себя независимым государством. И один еще тоже, может быть, немаловажный момент в плане независимости. Это пересекается с предыдущим, когда там казалось коммунистическое прошлое и прочее. Есть такой серьезный фактор, который, я считаю, все-таки тоже стоит преградой на пути к независимости. Это все-таки та тотальная олигархизация общества, которое у нас сегодня есть. Потому что вот эти, там, грубо говоря, 5-6 человек, которые в своих руках контролируют там больше 50% экономики страны, вот, это одна из основных, это преграда, это наша внутренняя проблема независимости, потому что это, ну, абсурд, просто абсурд, когда весь топливно-энергетический комплекс, когда весь металлургический комплекс находится в руках одного человека, когда весь нефтехимическая промышленность находится в руках одного человека. Поэтому вот, это тоже тот момент, с которым, наверное, нам придется еще отвоевывать. Борются с олигархами, а антигосударственные, наоборот, за олигархов. Ну, наверное, антигосударственные, я имел в виду, что это все-таки пророссийские партии. То есть те, которые настроены на раскол страны. Вячеслав Владимирович ловко уходит от вопроса об олигархах в партиях. Несколько направлений. Нет, экономики, ну, просто чтобы разделить. А борьба с курс на деолигархизацию — это один из основных курсов сегодня партии. Хорошо, это понятно. И важный такой момент. Вот вы сами сказали, что так называемые антигосударственные партии, они имеют огромный электорат. То есть, скажите, пожалуйста, как
И есть ли ответ на вопрос, как вот уживаться вот этим принципиально разным людям? И ведь необходимо же, мы же понимаем, что дообщественные уклады, когда были кланы, наш клан должен жить, а остальные кланы наши враги, с которыми мы боремся. Государственная система должна обеспечивать совместное выживание с разными взглядами, искать объединяющие факторы и каким-то образом уживаться. А сегодня мы видим раскол государственной системы и какая-то клановая попытка искать не как ужиться, не как сформировать страну, а как найти не патриотов, как преследовать, как пойти, кто голосует правильно, кто не признает Россию, какие-то абсолютно бредовые, не улучшающие нашу жизнь погони за какими-то эфемерными ценностями, которые якобы должны построить наше будущее. Вот скажите, пожалуйста, есть ли ответ на вопрос, как быть с теми инакомыслящими другими и как их обратить в свою сторону, чтобы была действительно единая Украина? Первое. Большая группа тех олигархов, которые действительно контролируют большую часть экономики страны, это они сами по себе пророссийские настроенные люди. Вот. И задача государства, в первую очередь, тут не стоит вопрос, там, я не сторонник там, национализации, отнять еще что-то, но должен правильно работать минимум антимонопольный комитет. Так он работает во всем мире. Что мешает сейчас вам, как представителям уже во власти, как представителю правящей партии, обострить эти процессы и вывести их на получение результата? Так вы что же в партии? Нет, я ж лишен. Если наша партия сегодня только формируется. И те люди, которые сегодня обладают реальной властью, знаем, как в той же Верховной Раде, как год назад формировался депутатский корпус, и основное количество людей, которые там сегодня есть, это ни для кого не секрет, это все те же люди. Там количество новых людей, ну, ничтожно малый процент. Все равно те же представители бывшей партии регионов, в том числе, и прочее. И точно так же эти же 4-5 олигархов, каждый из них контролирует свою депутатскую группу. Поэтому пока не будет смены, пока не придут новые люди, скажем так, неопытные политики. Я тезис понял. Вы стали первым человеком в списке БПП по выборам в органы местного самоуправления. Только что говорили о той ситуации, которая творится в парламенте. Так вот я вам позволю предречь ваше будущее. Вы войдете в городской совет, и у вас будет ситуация ровно такая же, какая сегодня есть в Верховной Раде, как зеркальное отображение. И через там, 4-5 месяцев, когда мы встретимся в этой студии, и вы уже в статусе, будучи депутатом городского совета, будете говорить ровно точно то же. Время покажет. Что опять мы ничего не можем, потому что пришли старые люди. Время покажет. А для того, чтобы пришли новые, к сожалению, ничего не было сделано. Именно поэтому мы сегодня формируем максимально людей новых. Новых, которые не имеют... Максим, подожди, дай, пожалуйста, договорить человеку. Я уже не раз говорил, нас, кстати, обвиняют зачастую в том, что мы набираем людей неопытных в политике. Я говорю, да, мы берем людей неопытных в политике, которые никогда в ней не были, которые не знают, как пилить бюджет и прочие вещи. Но только новые люди смогут что-то изменить. Для того, чтобы люди новые изменили, сначала надо попасть в здание городского совета. Да, да. Согласен с вашим тезисом, что нужны новые люди, прогрессивная молодежь. Но они уместны тогда, когда система выборов в военное время могла бы проходить по спискам партий. Сегодня молодые люди вашей политической силы пойдут на большинство кругов. И поверьте, опять-таки не хочу ничего плохого, но в большинстве своем проиграют. Если возвращаться к законодательству, тут я с вами абсолютно согласен. У Игоря Поха есть вопрос, и Михаил Владимирович Соколов уже сидит на низком старте, прямо вся его фигура показывает, что он готов рвануться в бой. Пожалуйста, Игорь. И потом вы, Михаил Владимирович. У меня не столь вопрос, сколь реплика. Опять снова возвращаясь к моей любимой теме государства Израиль, как некоторые сравнительные характеристики. Вот у меня сосед специалист по Испании, я уже как сам для себя считаюсь экспертом по Израилю. А ты как изгнанный из Испании еврей. Да. Что я хочу сказать. Что есть, собственно, независимость, понятие независимости, как глобальное понятие для
любого нормального здравомыслящего человека это в первую очередь самоидентификация. Например, и опять же, если говорить об Израиле, то государство Израиль в 1948 году создавалось как государство, в которое собирались евреи со всего мира, то есть на основе научного сионизма, то есть собирание евреев в одном месте. Причины там, опускаем это дело. И вот эта самоидентификация, то есть боязнь потерять вновь обретенную родину, до сих пор держит и развивает государство Израиль. Второе, что я хотел сказать. На Медне мне попалась очень любопытная таблица, как за 30 лет, с 1985 года по 2015 год, менялась экономика государства Израиль. Так вот, в 1985 году... военный бюджет в процентном соотношении с государственным бюджетом составлял 22%. 22, вдумайтесь, это огромные деньги. Огромные. В 2015 году военный бюджет Израиля составляет 2,4%. Как понизился, да? За 30 лет. Так вот, ВВП вырос в 10 раз за 30 лет. А военный бюджет упал. Можете посчитать во сколько. То бишь, исходя из этого, еще 30 лет назад люди, граждане Израиля, были готовы терпеть вот эти лишения и бедность, а они были бедные, поголовно бедные. Они были примерно в такой же монетарной ситуации, как сейчас украинцы все. Но они были готовы терпеть. Так вот у меня вопрос, он может быть риторический, может вы захотите на него ответить. Готовы ли сегодня наши люди, граждане Украины, терпеть лишения и выплачивать остатки вот этих вот копеечек, которые они получают, например, если им скажут, что военный бюджет будет у нас составлять 20% от общего бюджета страны. Спасибо. Великолепный пример. Великолепный пример. Михаил Леонидович, пожалуйста. Вы знаете, я впечатлен прекрасным примером. Он действительно достоин уважения и в качестве примера проведения. Хочу сказать, что я уверен, что, например, контрактная армия, о чем, например, Батьковщина методично к этому клонит, ведет и законопроекты соответствующие вносит, я уверен, она должна стать контрактной у нас. Мы не должны в подворотнях ловить тех, кто не хочет воевать, или брать в качестве добровольцев, кто уже не готов по возрасту воевать и так далее, а должны платить. И у нас сегодня 350 тысяч милиционеров, большинство из которых не понимают, что такое АТО, но они носят табельное оружие, выполняют всевозможные, как говорится, оборонного характера нормативы и так далее. У нас больше 100 тысяч работников службы безопасности Украины, у нас суммарно более 500 000 на наших с вами плечах, как налогоплательщиков, как народа Украины, всевозможных военизированных формирований, которые не принимают участие в антитеррористических мероприятиях и не относятся к армии. Но при этом гибнут новобранцы. Согласитесь, что многие мальчишки, которым по 18, 19, 20 лет, они хуже справятся с автоматом, чем тот человек, который уже там с десяток лет и учебку прошел и так далее, и так далее. И мне понятен пример Израиля. Я один раз только был в этой стране в статусе народного депутата. Я обратился как православный верующий человек, обратился к Кнессету, израильскому парламенту в 2008 году о том, чтобы безвизовый режим между нашими странами был. И даже произошло заседание, в результате мы добились безвизового режима. Для того, чтобы, например, не только граждане еврейской национальности, но и православные могли посещать места, как говорится, Голгофу, там, Вифлеем и так далее, и так далее. И я обратил внимание вот на что. В Израиле нету нефтегаза, нету полезных ископаемых в виде ильменитов, там, золота, угля и так далее. Нету других ресурсов в виде земляных или пресноводных ресурсов. Но при этом Израиль процветающее государство. Почему? Почему? Потому что государство, есть олигархи, экспортированные от нас и от России, есть собственные и так далее. Но, знаете, наверное, у меня, как у представителя демократической коалиции, больше права говорить о борьбе с олигархов, потому что Батьковщина методично считает, что надо с ними не бороться, а надо их дистанцировать от власти максимально. У нас нет ни одного олигарха в Батьковщине и не было олигархов.
Сегодня большую угрозу для общества представляет богатейший, обеспеченнейший человек, обладатель телеканала национального 1 плюс 1, который подснежники вырастил в виде укропа, в виде ведроджиня. Но нет уже таких политических сил, у них же нет политической истории, у них нет политической истории ответственности перед избирателями. А они сегодня уже обклеили бигбордами, и видно, что, например, Батьковщина не в состоянии с ними конкурировать, или Рух не в состоянии с ними конкурировать. У нас нет ни одного олигарха. У нас нет Рошена, который продается во всех магазинах, в том числе России. Я ни в коем случае не упрек в качестве, значит, коллегам нашим здесь в студии сидящим, но, как говорится, человеку, который на самом деле олигарх и сегодня, как говорится, обладает властью, я надеюсь, что он этой властью правильно дальше будет распоряжаться. Хотя совершенно очевидно, ну, уже политические ошибки немалые допущены и есть. Поэтому, знаете, я уверен, что борьба с олигархами — это как борьба была с кулаками, так называемыми, просто хозяйственными людьми. Советский Союз страшным, уничтожающим способом в монопартийном государстве боролся с хозяйственными людьми. А сегодня мы просто должны дистанцировать их от власти, стремиться к гражданскому обществу. И я хочу Максима немножечко поправить. Он сейчас сказал, что ничего не изменилось. Не согласен с вами. В законе о выборах, о местных органах самоуправления интересные очень моменты добавились. Сегодня наконец-то возник императивный мандат. Что это такое? Если вдруг человек зашел от политической силы там А, условно говоря, и он не выполняет программу партии, то избиратели могут обратиться к конференции, конференция принимает решение, и человек лишается мандата. А если вся партия не выполняет свою программу, прошу прощения, Михаил Владимирович. Смотрите, ну, дело в том, что это уже первый шаг. Сегодня почему произошла политическая коррупция? Потому что, борясь за премьерский пост, надо перекупить нескольких народных депутатов. И они будут голосовать не в унисон своей программе, а в унисон чужой программе. Если мы в городе хотим, как сейчас в Александровке, например, происходило с головой селочной рады во Врадевском районе, он взял 15 тысяч долларов за выделение земли. Его взяли с поличным, его задержали, а теперь амнистировали, он опять голова рады, и ранее избранная партия регионов сейчас опять собирается баллотироваться. Но это же катастрофа просто, абсолютно социально-политическая катастрофа. И в этом законе уже первые шаги сделаны. Мы как избиратели, как граждане, имеем право и партии тоже отзывать. И хочу сказать, что Батьковщина открыта для любых беспартийных в соответствии с законом кандидатов. Нам достаточно своих кандидатов, но не хватает в полной мере. Любых людей, которые имеют даже разное мнение, мы готовы выдвигать в Николаевский городской совет, в Николаевский областной совет, в районные советы. Нам нужны люди внутри нашей большой политической семьи, не обязательно члены партии. Нам нужны люди, которые будут вносить новое мнение. Мы для этого форум хотим в сентябре провести, программу развития области, для того, чтобы она была фактически коалиционным. И я не приглашаю никого сейчас в партию. Я приглашаю в качестве простых рядовых граждан быть выдвинутыми. Мы вас готовы выдвинуть. И наши конференции, и мои коллеги, мы только сегодня бюро вот областное проводили, как обком партии, знаете. И мы готовы выдвигать, пожалуйста, тем более журналистов, общественников, экспертов, учитывая, что, как тут кто-то выразился, мы не успеваем читать, и читать литературу мы успеваем, и даже художественную. Спасибо. Вячеслав Владимирович, да, и Юрий Владимирович. Тоже на этот вопрос Игоря и, собственно, пересекаясь с Олегом, готовы люди терпеть? Сейчас тест на независимость будут проходить все граждане страны одним простым способом. А вот я согласен, Олег, на несовершенство законодательства избирательного. Но опять, если люди будут вестись на гречку, то опять, если человек этим самым проявляет уже свою независимость, да, и он идет и голосует за гречку, то тогда высока вероятность той пессимистической картины, которую вы нарисовали. Но если все-таки каждый избиратель будет думать, что от его голоса все-таки зависит будущее, и будет голосовать не за гречку,
а за человека, которым он видит свое будущее, за человека, который может достойно как-то представлять его интересы, если он поверит этому человеку, то тогда что-то изменится. Хватает ли идей, о которых я уже неоднократно в разных наших программах высказывался, по поводу сумасшедших. Неоднозначных идей. Их нет, их до сих пор нет. Ни одна партия, ни один кандидат, который как бы пока еще в такой разведывательной, ну такой, до старта, да? Даже фальстартов нет. Никто ничего не высказывает. Ну их нет просто идей. Игорь, что ты удивляешься, что они не высказываются? Потому что никто не знает, кто с кем и против кого будет дружить, какая конфигурация будет завтра, кто завтра будет объявлен врагом народа и сепаратистом, а кто раскаявшимся и осознавшим. Вообще в стране, скажем, парадокс с избирательным законодательством, он не прекращается уже на протяжении многих лет. Да, базовые законы, от которых зависит в том числе и независимость страны, они меняются под каждые выборы. Они под каждые выборы глобально меняются базовые понятия. То 50 на 50, то чистые партийные списки. Теперь придумали открытые списки, опять-таки в привязке исключительного выдвижения только от политических сил. А может быть, стоило бы уже один раз как-то остановиться, отшлифовать тот или иной закон о выборах, принять и сказать: господа, вы те, кто собирается в будущем и сейчас баллотироваться, этот закон навсегда. Есть такая полумифическая история о том, что в так называемые мифические времена истории Древнего Рима, то есть там времена царей, у них там было, по-моему, 3 или 5 царей, значит, человек, который предлагал изменить закон, являлся на форум с петлей на шее. И если этот закон, он не убеждал убеждал сенаторов, что этот закон нужно изменить, то его просто там же как бы и вешали. Поэтому за все время 3 раза там менялся закон, причем буквально коррективы, там, в частности, относительно того, что если там око за око был тогда закон, что если у одноглазого выбьет кто-то глаз, то значит, виновник должен быть ослеплен полностью. Ну и там еще пара вот таких вот нюансов. То есть, если бы у нас законы принимались вот так, то я думаю, что, наверное, все было бы проще и честнее. А поскольку у нас законы каждый раз переписываются под, даже не под большинство, а под договорившихся в Верховной Раде, то чего вы ждете? Юрий Владимирович, пожалуйста. Далее. То есть в 2006 году был принят закон, в соответствии с которым тогда депутатов избирали по спискам политических партий, то вот как раз вот тогда бы стало бы уместно политическая наследственность и ответственность перед избирателем. На следующие выборы поменяли, как бы уже политическая ответственность подразмазалась, да, а сегодня поставили в состояние, когда есть ответственность, нет ответственности, а человек все равно должен идти в партию, потому что партия только имеет право его выдвинуть. Вот и все. Юрий Ильич, вы давно ждете права вступить. Знаете, я вже так сидів, тут про все вже говорили, і про вибори, і про закони. Я думаю, що можна будь-яку передачу під вибори, під закони тут організувати, і тут ніякої проблеми немає. День незалежності один раз в рік. Я думаю, що якраз більшу частину передачі все-таки ми, можливо, частину ми говорили навколо того, що да, є проблеми, чому от, власне, так важко йде цей наш державотворчий процес. Задавали питання, чи є ціль, чи є американська мрія, чи є українська мрія. Звідки українська мрія візьметься? Покосили в 22-му році, в 33-му покосили, репресії 38-го, шістдесятники покосили, війна, да. Да. От я розсуждаю з того, що українці живуть 300 років в колонії. Сьогодні ви кажете, от у нас є, що одні хочуть до Росії, другі взагалі нікуди не хочуть, інші хочуть якось будувати свою державу. Чому важко процес іде? Та тому що імперія завжди мала своїх штрейбрейкерів, завжди на Мазепу знаходився той, хто відкрив ворота в Батурин. І Батурин потім вирізали. І завжди знаходили в корінному народі своїх зрадників. І сьогодні цих зрадників у Москві вже сидять, створили. Власне, оцю проблему, я думаю, треба було все-таки обговорити. Людей тих задати, які от все-таки в 91-му році там. Сьогодні не... Ми сьогодні згадуємо, от гімн співають,
Слава Богу, гімн співають. Я, будучи в статусі народного депутата у обласній раді, коли на сцені стояв, там один гімн співав у обласній раді. А ви кажете, гімн співають. Сьогодні, слава Богу, гімн, прапор пошановують. У нас до 95-го року взагалі державного прапора ні в одному кабінеті не було. В 96-му році, коли Народний рух збирав підписи за Конституцію, взагалі ні один чиновник в адміністрації не підписався. А ми кажемо, чому проблеми йдуть? От тому й проблеми йдуть. А сьогодні якраз частина цих проблем допомагає війна вирішувати, що дійсно гуртує народ. Допомагає війна? Так. Да. Якраз оце от, у наших, наших експертів є. Давайте буквально коротко, і я дам сюжет в підтвердження слів Юрія Володимировича. Пожалуйста. Ну, вообще, очень совершенно безграмотное рассуждение национальной идеи. Это понятие эфемерное, это отпечатки пальцев. Сколько людей, столько национальных идей. Если ваш личностный вектор не совпадает с общенациональным, то это проблема сказать, политической природы вашего государства. Нет той политической силы, которая бы смогла оформить мое движение «Будущее» своей программой. Я об этом говорю. Но я бы хотел все-таки услышать ответ на вопрос, который поставил Игорь Пох. На примере Израиля, государства. Вот будет ли украинский народ терпеть лишение, так сказать, и тяготы своего бытия, своей жизни? И во имя чего? Вот у каждого бы хотел спросить, как считает Бед, во имя чего? И будет ли? Александр Ильич, давайте вы еще присоединяйтесь. Спробую дати відповідь. Я теж підтримую свого колегу, тому що насправді тут ключове слово ідентифікація, самоідентифікація. Те, що ми спостерігаємо сьогодні, це є процес народження, реальне народження України. Чому мої співбесідники можуть мене так, якби так подумати, що начебто я їх звинувачую? Тому що я нікого не звинувачую, я просто виражаю своє занепокоєння, що цей процес, він дуже неоформлений. Він насправді народжується в результаті війни. Бо це азбука культурна, на жаль. Будь-який націоналізм, як пише нам теорія, є захисна реакція. Коли Наполеон приходить до Іспанії, яку згадали, народжується нова модерна іспанська нація. Але це відбувається внаслідок війни. Якщо ви почитаєте будь-які епоси народні, які великі епоси, які використовували різні науковці в 18-19 столітті, вони всі епоси про війну. Чому? Тому що така логіка культури. Що хочете з цим робити, але можете робити, якщо, як вам подобається, але воно так. Але в цей момент відбувається дійсно ідентифікація за принципом «я українець», частково, можливо, через конструювання образу ворога, через якісь інші речі. Це абсолютно така, знаєте, аморфна на сьогодні ідея. Вона, можливо, будується хоча б на такому бажанні захистити те, що ми маємо. Так? Наприклад, ми чітко знаємо, що якщо прийдуть ці ідіоти, то нічого від нас тут не залишиться. Далі люди починають продукувати символи історії, брати минулу історію, різні речі робити. Це такий процес, він можна описати, і потім можу вам цілу лекцію про це, чи 10 лекцій про це написати, я цілу докторську дисертацію про це написав. Розумієте? Але в чому колосальна небезпека, яку я сьогодні 10 разів промовляю, що найбільша небезпека – це що, те, що роблять політичні партії, те, що роблять так звані політичні еліти. Вони забовтують цей процес і знову використовують цю енергію, яка справжня є енергія. І вона позитивна. Вони використовують для того, щоб заробити собі якісь бали, голоси. Ми для вас електорат. Це абсолютно чітко. А ми не електорат. Ми громадяни. Да? Зараз відбувається формування того, що в науці називається політична ідентичність України. І, власне, тоді, коли вона відбудеться, формування цієї історії, да? Я от не погоджуюся з іншим моїм колегом, який каже, що в Німеччині різні партії. Звичайно, я знаю, в Іспанії відбувається такий страшенний роздрай. Взагалі. Одні, там інші, треті, п'яті, десяті. Але як тільки виникне загроза подібна Криму,
Я хотів би подивитися, як вони будуть поводитися. Віддадуть вони цю територію чи не віддадуть? І так далі. В Криму це вдалося дуже легко, тому що там абсолютно були байдужі політики. 80 членів партії регіонів, конкретно зараз є членами Єдиної Росії. Вони злили цей Крим, але київська влада нічого не зробила для того, щоб зробити Крим реально українським, щоб поширити там ідеї українськості, причому такі позитивні, яскраві, які би влаштовували сучасних, модерних, супермодерних, постмодерних людей. Розумієте, нічого цього не було зроблено. В результаті він дуже легко відпав. Натомість українська влада дуже спокійно дивилася, як формується п'ята колона в Криму. Отже, панове, я хочу показати вам сюжет про те, що роблять волонтери, а волонтер справді є ознакою останніх наших майже 2 років незалежності, вже в сучасних умовах. І поки політики виробляють чи не виробляють національну ідею, поки політики формують свої списки, вони просто допомагають людям на Сході. Допомагають і мирним жителям на Сході, які там лишилися, і нашій армії. Ось днями наша група звідти повернулася. Будь ласка. Коли одні воюють, інші забезпечують безперервне постачання армії усім необхідним – від харчів до бойової техніки. Цього разу спорядження, харчі, питну воду, соки і, звісно ж, солодощі, зібрані волонтерами спілки ветеранів та учасників АТО, доставили військовослужбовцям частин Миколаївського гарнізону, котрі виконують бойові завдання у секторі М. Посетіть всі частини Миколаївського гарнізону, які виконують бойові завдання в районі міста Маріуполь. Це Національна гвардія, морська піхота, 79-та аеромобільна бригада. Для того, чтобы привезти парням подарки с Николаева. Николаев помнит про своих героев, не забывает о них, заботится. Військові розповідають, окрім небайдужих миколаївців, допомогу надала і обласна адміністрація, а також актори одного із театрів. До речі, саме колектив Українського драматичного театру 1 червня організував благодійну виставу та зібрав понад 12 тисяч гривень, на які придбали бензиновий генератор для морських піхотинців та мотопомпу, яку передали бійцям 79-ї бригади. Особливо хочу подякувати Миколаївському українському академічному театру за таку необхідну річ, як помпа. Вода, як кажуть, це життя, а у польових умовах для солдата вода – це саме необхідне, одне з самих необхідних. Тому ця помпа принесе дуже велику користь для постачання підрозділів водою. Окрім харчів та інших подарунків, волонтери передали бійцям Нацгвардії новенький дизель-генератор, аби забезпечити побратимів світлом та мобільним зв'язком. За такий подарунок бійці вдячні. Люди не забувають, це дуже приємно, на самом деле. Вот. Дзвонять, созванюємося, приїжджають к нам в гості, чим можуть, тим допомагають. Ми дуже благодарні городу Миколаєву, за те, що вони нас підтримують і не забувають про нас. Це найголовніше для нас, підтримка. Вот. Волонтери запевняють, будуть і надалі підтримувати бійців і вже збирають наступну партію провіанту захисникам України. Отже, панове, як бачите, не все так погано, як кажуть вчені, хоча, на жаль, не все так добре, як кажуть наші політики. А народ поки що, поки ми розповідаємо, поки ми розмірковуємо про національну ідею, він справді самоорганізовується, робить те, що найбільш необхідне зараз. І це тільки один з прикладів. Я просто обмежую кількість тих сюжетів, які ми підготували для того, щоб у нас була можливість поспілкуватися наживо. Хоча справді є і чудові приклади. Той самий Аркадій Добар'ян, до речі, національна ідея, вірменин, який зараз відновлює техніку вже півтора роки поспіль. Техніку, яка прийшла з Криму, яка повертається зараз із зони АТО. І усі свої власні кошти, весь свій власний час, закинувши весь свій бізнес, вкладає саме у відновлення цієї техніки, тобто укріплення обороноспроможності нашої країни. Тобто я розумію і Сергія Гаврилова, і
Олександре Пранкевич, а справді необхідно щось навколо чого об'єднуватися. Проте щось мені підказує, що оце об'єднавче начало, воно виникне не тут, у нашій студії навіть, і не у штабах партійних, а от десь там, де зараз волонтери, де зараз такі люди, як Аркадій Добагян, такі люди, як Наташа Наталія Чкалова, наша кореспондент, яка взагалі не вилізає з зони АТО, той самий Антон Небісь, який тут зараз нас знімає за камерою, і вони отримали нещодавно грамоти Верховної Ради саме за це. Тобто вони багато разів ризикували своїм життям для того, щоб розповісти нам про те, що відбувається там. І це ті люди, які, я впевнений, вироблятимуть нашу національну ідею. Це ті люди, навколо якого будуть гуртуватися інші, в тому числі і ті партії, які зараз тут представлені. Не навколо них будуть збиратися ті люди, ті волонтери, а партії будуть шукати тих волонтерів, щоб приєднатися до них. Панове, будь ласка, вам слово. Ну, я хочу просто додати этот спіч. Фактично, эта ідея действительно, она уже сформирована, и люди объединились. Потому что те добровольцы, которые сегодня защищают страну, та огромная армия волонтеров, которая занимается поддержкой армии. Ведь, по сути, опять же, год назад армии не было, снабжения не было, ничего не было. И вот то, что произошло, да, как в той старой песне, война народная, оно так и произошло. То есть за счет народных средств, за счет народа, опять же, готов ли народ терпеть? Народ не терпит, он этим живет. Огромная масса людей этим живет. Именно благодаря, можно это назвать национальной идеей, как угодно, но именно благодаря вот этим усилиям людей сегодня Украина состоялась, она есть. Если бы не было этого объединения человеческого, то и страны бы уже не было. Оккупированные территории были бы значительно больше. Да, уже было бы все здесь. Поэтому я считаю, что она может быть не сформулирована. Но она уже создана, и люди уже объединились вокруг этого. Тут приклад Ізраїлю наводили, там як розбудовується, але там є ще один ізраїльський приклад, то що Мойсей 40 років водив по пустелі, і поки то не відбулося, нічого. Не знайшов місце, да, там, де нет нефті. Не обманете самі себе. Вже виросло декілька поколінь людей, які взагалі не знають, що таке червоний галстук. А крадуть набагато більше, ніж ті, хто крав тоді. То давайте не будемо створювати нових ілюзій. Ярослав, я дуже люблю цю метафору і про неї думаю років 10 вже. Бо є поема Франка Мойсей. Да? І якщо брати цю теорію, 40 років від 91-го ми вже перетнули середину шляху. 25. Да? Там дотерпіти. Але у нас велика проблема. У нас Мойсеї змінюються. Розумієте? Там був Мойсей. А у нас Мойсей. На суспільство змінюється саме основне. А тут що робить Мойсей? Ви ж розумієте, він же робив це для того, щоб покоління рабів трошки померло, прорідити їх, щоб не було їх. А ці Мойсеї, які йдуть, да, вони розпещують покоління за поколінням. І тому це дуже серйозна проблема. Я думаю, що в 40-мільйонному народі, скільки ми зараз маємо, обов'язково через 40 років знайдеться той Мойсей, який дійсно поведе Україну правильно. І ще 40 років водитиме цей народ. Михайло Володимирович, будь ласка. Землю обітуваного Мойсея. Я благодарен за прекрасний сюжет. Он тільки підтверджує, що ми состоялись як нація, ми состоялись як граждане, ми состоялись як єдиний народ, єдине государство. И я уверен, что Вацлав Гавел, он уже где-то есть, он уже созрел, он скоро, наверное, появится на горизонте. Наш украинский Вацлав Гавел на политическом, гражданском, возможно, уже появился или оборонном горизонте. Поэтому хочу еще раз всех поздравить с этим прекрасным праздником. Я уверен, что мы большие сложности преодолеем, и самая большая сложность уже позади наверняка. Поэтому вот хотелось бы пожелать, чтобы мы
не только 25-летний юбилей в более хорошем таком целостном настроении встречали, но и 30-летний, и 40-летний обязательно эту черту прошли и так далее. Хочу только напомнить, что я общаюсь с антитеррористическим штабом, общаюсь с некоторыми консультантами, которые помогают украинской армии стать более сильной, мощной, потужной. И вот, например, на юго-востоке Украины знаю, что обезврежены в эти дни 6 террористических групп, которые заброшены из соседнего нашего государства, которое совсем недавно было дружественным, для того, чтобы смазать нам радость этого праздника, этой целостности. Но, слава Богу, они обезврежены, они не омрачили сьогоднішній день. Поэтому еще раз с праздником. Всего на этом. Дякую вам усім. Нам лишилося буквально 2 хвилини. Я ще дуже хочу показати один надзвичайно цікавий сюжет. Тому буквально хвилина нашому Олександру Рахмановському, який повернувся до вас і за традицією буде підводити рису під нашою дискусією, а потім подивимося цей сюжет. Будь ласка, Олександр. Ви сьогодні всі говорили, наверное, об одном и том же, только на разном языке, только как я посмотрел. Я хотел бы, как и в одной из предыдущих передач, немножко сказать, чтобы не подтягивайте экономику под идеи. Как сказал Пранкевич, все проблемы от невежества, в том числе провокации Максима Невенченова, который говорит о том, что надо жить лучше. Если бы Максим Невенчин читал бы, например, Стругацких, «Хищные вещи века». Там есть на 5 страницах спор главного героя с профессором философии Апиром, который доказывал, что достаточно все развитие человечества – это поставить очень много корыт, и чтобы все ели. Разные виды икры и так далее. А главный герой ставил идеи. Так вот, давайте посмотрим пример Афганистана, нищей, вечно нищей страны, и с каким большим государством, экономически развито, они обломали зубы. Хотя им предлагали еду и все. Никогда экономика, никогда уровень жизни не может быть идеей, объединяющей идеей. Никогда корыто не может заменить государство, заменить идеологию. Это раз. А во-вторых, давайте посмотрим на... Да, опять же, вернемся к независимости. Опять же, то, что Макс предлагает обсуждать диалог какой-то. В Фейсбуке ходил примерно такой вариант. Да? Ну, то есть мы можем действительно и должны, как демократическая страна, обсуждать, девочки в школе должны носить брюки или юбки. Можно ли мальчикам одевать бантики? Портфели у нас должны быть из кожи заменители, либо нет. А то, что диалог, который предлагается Невенчаным и вот этими антигосударственными партиями, это такой. Идете вы, Максим, по Николаеву, подходит вам гопник, представляет нож и говорит, а давай деньги и мобилку. А вы говорите, нет, я не отдам. Ну, ты как-то неконструктивно. Ну, хорошо, давай я у тебя заберу только деньги. Он говорит, я не хочу тебе ничего отдавать. Ну как же, ты же живешь в демократической стране, ты должен все-таки учесть мои интересы. Давай все-таки половину денег, и мы тогда с тобой разойдемся. Нет, это кардинальный ключевой момент. Проблема нашего государства заключается в одном, что в 25 лет, неважно. Так, господа, мы уже перетягиваем время. Саша, заканчивай, пожалуйста. Одна проблема для нашего государства, что в Украине... Жили люди, которые признают независимость Украины. И есть люди, которые не признают независимость Украины. И государство Украины станет независимым в одном случае, когда в Украине, как независимом государстве, останутся только люди, которые признают Украину. Каким образом этого добиться? Это вопрос уже к политикам. Но в данном случае поддерживаю всех троих, что война и помогает это сейчас сделать. У меня все. Дякую. Панове, як завжди ми не можемо поставити крапку, адже скільки людей, стільки є точок зору, і звичайно, що кожна точка зору у певній ситуації має право на існування, принаймні тому, що існує ця людина з цією точкою зору. Втім, ми багато казали про якісь міфи, про якусь ідеологію, про якусь національну ідею, про те, що об'єднуватиме людей. І хто б міг подумати, що сьогодні, вже у 21 столітті, саме Кобзар і саме на передовій виявиться тим об'єднавчим началом, яке надає сенс
усьому, що взагалі відбувається зараз у нашій Україні. Останній сюжет, мені здається, дуже добре підведе риску під нашою дискусією. Дякуємо, що були з нами. На все добре. Цю книгу датовано 1939 роком. У ній містяться вибрані твори Тараса Шевченка. 5 років тому на смітнику у своєму рідному місті Миколаєві її знайшов Геннадій Молчанов. Чим вона мене, до речі, зацікавила? Тим, що от тут, на задній політурці, ножем вишкрябано пам'ять о Полтаві, вулиця Сакка, товарний переулок, железнодорожний технікум 18.09.41 року, 18 часов, Полтава, вибивши в Красну армію з города Чкалова. Ну і тут от ще є один припис. Перший стройучасток, город Чкалова, Петя. Тоді він взяв книгу, аби дати їй друге життя. Я вирішив продовжити цю традицію і от написав вже своє послання. Пам'ять про Миколаїв 30.01.15. Добровольці мобілізовані проти Червоної армії Російської Федерації. З того часу книга побувала в руках багатьох побратимів Геннадія, які разом із ним несуть службу на сході нашої країни в зоні АТО. У ній вони також залишили свої автографи. Сьогодні вона знов у Миколаєві. Мені дуже приємно, що один із моїх земляків, Геннадій Молчанов, який зараз перебуває у складі наших підрозділів на сході країни, він взяв цю книгу із собою для того, щоб не тільки читати Тараса Шевченка своїм колегам, а для того, щоб залишити добру пам'ять про бійців, які залишають свої рідні домівки заради захисту, які перебувають там, мріючи про мирне, спокійне життя. У книзі вже є багато записів і спогадів наших бійців, частина з яких і досі залишаються в АТО. Нехай вічна лірика Тараса Шевченка буде дороговказом для нашої армії. А наша армія буде сильною і безстрашною, як славетна поезія наших українських літераторів. Тарас Кремінь говорить, що Геннадій Молчанов попросив його, аби на сторінках цього насправді раритетного видання з'явились підписи політиків і донести її до президента, щоб він погортав її і теж залишив свій автограф. Я буду просити його, уклінно просити про те, щоб він згадав про прохання наших військовослужбовців, яким, в принципі-то, більшого і не треба. Підпис, автограф і достойну підтримку у їхньому служінні, у їхньому захисті рідних кордонів. Тут є підписи хлопців із Миколаєва, з Києва, із Національної гвардії, із навчальних батарей, із 28-ї армії, 93-ї бригади, 79-ї бригади. Це з того, що написано. Книгу, яка стала оберегом для наших бійців, поки триває війна, найближчими днями буде повернуто на схід. Вже пізніше її передадуть на зберігання до музею або архіву.